Сегодня в Красноярске открылась 21-я международная выставка «Строительство и архитектура». Событие для компаний-участников, которых в этом году стало более 350, не только имиджевое. Для многих это отличная возможность составить портфель заказов на год вперед. Виктор Самусенко с места события. 21-я международная выставка «Строительство и архитектура» собрала в выставочном центре Сибирь более 350 экспонентов из 23 городов России, а также ряда мировых стран. Выставка заняла все три павильона делового центра. Познакомившись с экспонатами, можно легко и выгодно построить все, что угодно. Сейчас на рынке малоэтажного жилья масса предложений. Например, в поселке Манский возводится 7 коттеджей. И строительные компании становятся все более гибкими. Предлагают обменять на новый дом старую квартиру или стать инвестором, вступив в кооператив. Эксперты рынка отмечают растущий спрос на жилье площадью 170-200 квадратных метров. Количество таких предложений возрастет на рынке к концу года. Наше преимущество заключается в том, что все материалы для внутренней отделки мы производим в собственном цеху. Это доска пола, блокхаус, декоративные балки, евровагонка. Все это сделано из натуральной древесины. За счет этого мы выигрываем в цене. Материалы собственного производства строители уже применяют на деле. Например, убранство вот этого коттеджа в поселке Манский полностью выполнено в Красноярске. Теперь этот дом площадью 340 квадратов на участке в 22 сотки с баней, гаражом и камином выставили на продажу. Строительство же, как известно, начинается с фундамента. И даже здесь применяют новаторские подходы. Оцинкованные винтовые опоры, к примеру, можно использовать на любом типе грунта, даже каменистом. Благодаря спиралевидной форме монтаж можно проводить в любое время года, хоть в 30-градусный мороз. Метод установки ввинчивания позволяет существенно сэкономить время. Да и грязь на участке не придется разводить. А недавно технологию доработали с учетом сибирских условий. Теперь она набирает популярность. Технологию выбрали для использования в Красноярском государственном заповеднике «Столбы». Практически все объекты стоят на наших винтовых фундаментах. Много что можно поставить, начиная от заборов, детских каких-то городков, площадок, заканчивая большими сооружениями, ангары, дома. Что касается готовых квартир, то сейчас риэлтор активизируется в работе с материнским капиталом. Рынок этот пока еще мало освоен. И специалисты берутся в первую очередь помочь информационно, выпуская даже целые книги о том, как получить и освоить деньги на жилье. Еще одно новое издание поможет выгодно взять ипотеку. Мы хотели поделиться нашим опытом, многолетним опытом, и здесь предоставлены те советы, которые помогут заемщику получить кредит на самых выгодных условиях. Это что касается книги «Секреты ипотеки». А что касается книги «Материнский капитал», мы обратили внимание на то, что информации очень много про материнский капитал, но действительно полезной, кто написал специалист, профессионал, ее на самом деле не очень много. Нам есть чем поделиться. Красноярские производители лифтов разместили на выставке кабину прямо с конвейера. Такие высокотехнологичные элеваторы уже устанавливают в домах нашего города. Кнопки на панели снабжены азбукой Брайля для людей с ограниченными возможностями, а система управления блоком бесперебойной подачи электричества. Если его в здании вдруг отключат, кабина доедет до ближайшего этажа и выпустит пассажиров. Производители уверены, что именно их лифты могли бы стать достойной заменой устаревшим в жилом фонде Красноярска. Мы способны на месте производить оборудование, монтировать его качественно, с высоким качеством, и дальше его потом эксплуатировать. Мы со своими партнерами комплектуем лифт практически из российских производных, из комплектации. То есть выполнено на уровне современных технологий мировых производителей лифтов. А еще на выставке представлена масса новинок для отделки интерьера. Например, 3D-панели теперь доступны и на дверях. Стиль любой, от классического до модерна. Можно воспользоваться готовыми проектами или просто набросать эскиз дизайнеру. Стало возможным заказать новый или обновить старый кухонный гарнитур. Да и вообще, рельефным теперь можно сделать все, что угодно, лишь бы фантазии хватило. То, что производят в Италии, теперь можно заказать и в Красноярске. Сначала он трассируется, то есть создается по рисунку вектор. Потом, в зависимости от рельефа и от желания заказчика, что он конкретно хочет получить, создается уже 3D-модель, которая потом на станках обрабатывается, далее красится, и получается готовое изделие. Но мы берем 2-3 недели полная работа. Стоит отметить, что большинство посетителей выставки – это представители различных компаний, что позволяет участникам сформировать портфель заказов на год вперед. Кроме того, принято считать, что экспоненты своим размещением в павильонах подтверждают свое успешное развитие. Тем, кто не успел побывать на выставке сегодня, расстраиваться не стоит. Она будет работать до четверга. А если у вас есть свои новости, звоните лично мне. Мой телефон 292-63-1, либо пишите нам на сайт afontova.ru. Виктор Самусенко, Дмитрий Кутько, Афонтова. Новости.